Чао, бонджорно, como sempre, Алана Камила e Fitness, Forza Palermo. Я замолчала. Здравствуйте, мои дорогие. С вами, как всегда, Алена Камила, Fitness, Forza Palermo. Тунизия, Хамамет, Алберго Флора Парк, Фато, Чинква и Серчице. Темпе пьяно-пьяно, погода пьёче. Погода сейчас такая себе, так себе, поэтому план на день – это читать, это быть в горячей ванне и делать фитнес. Сегодня целый день дождь. Так, ставим. Без нервозитивы. Кстати, я, конечно, к сладостям отношусь коси-коси, но я думаю, боже ты мой, расскажу немножко про сладости. Почему я так люблю эти сладости восточные? Халва, халва. Я про нее прочитала очень много вчера. Почитайте. Кунжутная халва и сколько там всевозможных полезностей. Поэтому кусочек 50 грамм халвы, ну, 2-3 раза в неделю, ну, это просто рай. Это просто рай, но я ем сейчас чуть побольше. И следующее. Артишоки, карчоки. Артишоки, карчоки. Артишоки, карчоки. Мольто антиоксиданты, мольто микроэлементы, мольто витамины. Поэтому артишоки, не знаю, как вы будете это покупать, но это в рационе просто необходимо. У меня это было в рационе, но не в системе. Я считала, что это сладость, она никому не нужна, и только от нее будешь толстеть, а нет. Так что добавляем в организм. Я что-то смотрю, что я, наверное, похудела. Похудела от эмоций. 2 дня меня не будет, я буду ездить по Тунисе, на джипе, встречать восход солнца, если, конечно, так получится. Но сегодня целый день дождь. Целый день дождь. И приступили. Первое упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Мне так хочется поактивничать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко быстро. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко попрыгаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прыгаем, прыгаем. Отлично, отлично, отлично. Так. Бонджорно. Немножко ножки поподымали. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз. Отлично. Немножко скручиваем. 3 километра. Просто назад. 1, 2, 3, 4. Очень просто. Очень просто. 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вперед. 1, 2, 3, 4. Очень просто. Эсэмпич. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И немножко побежали. Наговорим. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В обратную сторону. 10. А сейчас сделаем беговую восьмерочку. Смотрите. Ой. Раз, два, три, четыре. Восьмерочка беговая. Раз, два, закрутили, три, рисуем восьмерочку. Четыре. Пум. Пум. Просто чисто от угла. Хорошо. Пум. Это красавчик. Число. Бесконечность. И немножко скоординации. Теперь восьмерочка в другую сторону. Раз. Два. Три. Хорошо. Можно на одном месте. Ой, я запуталась. Так, цифра. Раз, два, видите, как три, четыре, пять. Хорошо, бегаем. Значит, я буду бегать и говорить то, что сразу бегаем в правую сторону, 10 раз. Потом бегаем в другую сторону, 10 раз. Потом рисуем восьмерочку, бегаем в одну сторону, и потом опять же эту же рисуем восьмерочку, только в другую сторону. Отлично? Отлично. Давайте сделаем еще раз. Ну, потому что у меня был план бег. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Стоп. В обратную сторону. Раз. Два. Три. Кварто. Четыре. Семь. Сетто. Нова. Девять. Восьмерка. Восьмерочка. Цифра от до. Цифра 8. Рисуем сразу в одну сторону. Раз. Два. Пум, три, пум, четыре, пум, пять, пум, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоп. Восьмерка цифр в другую сторону. И так, в другую сторону, в эту. Раз. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Кто молодец? Я молодец. Когда я бегаю, я всегда еще делаю вот такие упражнения. Раз, два. 3, 4, 5. Теперь на прямых ногах. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И так делаю 10 раз. Во время бега я всегда это делаю, укрепляясь как раз таки вот эти красивые мышцы. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре, пять. Два, три, четыре, пять. Два, четыре, пять. Два, четыре, пять. Поменяли. Мало того, что я бегаю
вот так вот, потом вот так вот. Но это будет следующее. И вот беговой, как это правильно сказать, боковой бег. Я делаю обычно по 10-15 раз. Здесь есть такое расстояние, что я делаю всего лишь только по 5 раз. И побежали вверх. Видите, я показала вам все свои движения во время бега. Следующее, когда я бегаю, делаю там по 2, по 5, по 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пять, девять, десять. Переворачиваем назад. Потом могу сделать такую звездочку. Хорошо. И у нас сегодня было беговое видео. Отдохнули. И на этом достаточно. Достаточно. Отлично. Перфекто. Ки браво. Уно браче. Секунда браче. Ки браво. Соно браво. Маручева. О, секун вибро. Вени ква. Пади салюте. Мио марито инциденте пьедо, пьеди. Е мольто диспьяче. Но. Это просто. Ну, чилка минута. Си. Amore, e tu piedi incidente, vero, vero? E braccia non incidente? No. Se lo braccio no, sopra, sotto. No, e questo molto. Ну, я вам сейчас покажу, какая погода в Тунисе. Смотрим. Опс. Дождик. Это вот турки. Ай, дождик. Дождик, 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 дождик. Ну, идем завтракать. Одеваю я свою прелестную сумочку. Прелестную сумочку. Прелестный рюкзачок. Прелестный рюкзачок. Опс. Накидываю свою кофточку. Все, спорт. Идем мы завтракать. Значит, сегодня 16-й лунный день, и 16-й лунный день – это равновесие и спокойствие. Более того, что сегодня полная луна, а это говорит о том, что все сполна. И это очень эмоциональные дни, очень активные дни и очень много вот, энергии, которую нужно направить в нужное русло. Я про это потом сегодня выйду, но если я буду целый день в отеле, поэтому выйду, я вам расскажу про это. Более того, что у меня была такая задача приехать, познакомиться с Мариной и выяснить, почему она прожила вот 75 лет очень-очень-очень легкую жизнь. И вот она мне сказала одну фразу. Вы знаете, что она познакомилась в очередном путешествии с доктором наук и иммунологом. И он ей сказал: комплименты вам. Ой, вот это вот я очень люблю. Вот это вот косметика. Я очень люблю. А вот это вот спа. Опс. Это спа. Спа. И она сказала, что иммунолог сказал ей: у вас психическое, эмоциональное здоровье. Ой, психическое, эмоциональное и физическое здоровье великолепно. Соответственно, моя лунная книга 5 утра это дабы чтобы эмоциональное,
психическое и физическое здоровье было идеально. И вы прожили жизнь свою интересно, глубоко и гладко. С вами была, как всегда, Алона Камила, Fitness Force Palermo. И всем я желаю прожить жизнь так, чтобы физическое, психическое и эмоциональное здоровье было просто идеально. Дома мне Марита на лосо. Ну, я вам всем говорю до свидания. Чуть попозже я выйду в эфир, расскажу про 16 лунные сутки и расскажу, почему я все-таки решила сделать много чего интересного, и все связано с ритмом природы. Тот, кто живет в гармонии с природой, тот проживает гладкую жизнь. И жизнь стоит того, чтобы жить. Нет. Жизнь, которая стоит того, чтобы жить. Вот. Моя любимая фраза. Чао!